Сбиваем НЛО в Red Dead Redemption 2. От результата этого шорта я сам офигел, но давайте все по порядку. В RDR 2, гуляя по открытому миру, можно забрести вот такую халупу, где кенты, по всей видимости, неплохо так флексили. На карте она вот тут. Но самое интересное здесь начинается ночью, когда постройку заливает зеленое свечение, а сверху мы встречаем НЛО. О том, где его можно встретить еще раз, говорится в записке, а точнее в загадочной проповеди. Она упоминает корабль, прибывающий в 2 часа ночи на вершину горы Шан. Поэтому бегом перемещаемся в такие красоты. На карте они здесь, и в назначенное время тарелка действительно появляется, но все это вы и так ранее, скорее всего, знали. Мне же стало интересно следующее, можно ли ее сбить, поэтому с помощью тренера спавним себе вот такую вот штуку. Попыток я сделал очень и очень много, но в конце концов получил интересный результат. Стреляю, взрыв, и она больше не светится, а второй выстрел и опять взрыв, ну а попав в третий раз, она улетела со странным звуком.